Друзья, приветствую вас в нашем канале «Поделки с детьми». Сегодня мы вам покажем мастер-класс «Как сделать цветы из атласных лент» техники канзаши. Для этого я беру ленточку шириной 4,5 см и вырезаю из нее квадратики 4,5 на 4,5. Теперь для этого мне еще понадобится свеча, ножницы и два пинцета. Я беру, складываю квадратик, вот так вот зажимаю с краешку, этот край подпаливаю и так вот держу, так. Ну, она у нас высохла, теперь складываем еще раз, этот край тоже складываем. Берем, зажимаем пинцетом. Так вот. Теперь беру ножнички. И ножничками вот здесь вот обрезаю. Что уголочек. Можно вот так вот еще немножко. Так вот, теперь беру свой пинцет. И аккуратно, аккуратно. Таких листочков я делаю 7 штук. Можно и больше, по вашему усмотрению. Мы сделали лепесточки. Я их сделала 7 штук. Теперь будем собирать наш цветочек. Для этого мне понадобится вот такой вот кружочек небольшого размера из плотного картона. И еще бусинка. И клей. Я беру наш кружочек из картона, намазываю клеем. Так. И приклеиваю наши листочки. Так вот. Теперь беру бусинку, намазываю клеем, только нам нужно приклеить так, чтобы не видно было отверстий бусинки. И вклеиваем серединку. Наша бусинка послужит прекрасной серединкой и закроет некрасивые кончики наших лепесточков. Вот такой вот чудесный цветочек у нас получился. Если у вас возникают вопросы, пишите комментарии, я обязательно отвечу. Смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До встречи, пока-пока!